Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, и для начала давайте-ка мы возьмем подарочки. Да-да, ребята, подарочек я уже получил, я его специально не открывал до сегодняшней серии, чтобы посмотреть его вместе. Ну что же, давайте вскроем, ребята, и глянем, что же нам достанется. Сундук друзей-то. Так... Ну что же, смотрите, 25 гемов, 64 карточки ядерного робота, ну и 1000 золотых. Ну это мало, конечно, но гемов дали нам достаточно. Так, забираем, ребята, оставшиеся подарочки. Ёлки-палки, на следующий подарок нам нужно 200 тысяч копить. Согласитесь, это довольно внушительная сумма. Ой, не знаю, сколько я буду копить, ребята. Месяца два, наверное. Так, ну ладно, это все проехали. Давайте-ка мы с тренировки заберем наших ребят. Сегодня будет грандиозная, я думаю, серия, потому что у нас, не забывайте, сильные противники, слабенькие мы. Будем как-то выживать, не знаю. Так, зайдем в армию, посмотрим, что у нас тут. Смотрите-ка, ребята, что-то можем мы с вами прапать. Ой, да неужели? Бот-паук у меня получает вторую звезду. Слабовато, конечно, но главное, что он апается потихонечку. Так, все, вроде бы здесь мы с вами решили. Так, арена. Ага, запрос. Ну-ка, се. 18 карточек жрицы мы получили, ребята. 15 карточек оборотня, 19 карточек хил-бота и 11 карточек зомби с могильной плитой. Плюс 10 тысяч голды. Слушайте, очень даже хорошо, я вам скажу, ребята. И, соответственно, сейчас у нас будет следующий противник. Давайте мы его по-быстренькому. Александр, это наш тезка российский. Давайте мы его сейчас быстренько взгреем. Чуть-чуть буквально, да? Так, я даже вот возьму вот этих вот ребят. Ну, просто хотя бы, чтобы у тех не тратить энергию нашу. А здесь, как говорится, не жалко. Тем более здесь 32 уровень, ребят. Ну, можно вообще даже не напрягаться. Просто, знаете, раздавить его и выкинуть, и все. Даже глазом не... Тихо, 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 тихо. Роднуль, ты куда разогнулся, а? Тебе же сейчас... Ой, нет. Мой журавлик слабоват почему-то оказался. Ладно, бабуля, выходи. Давай, бомби. Да, ну, тем не менее, ребята, он нанес урон по базе. Вот тебе и солодуха. Дай-ка я вот эту штуку применю. Что это у нас за личинки такие? А, ну я помню, ребята, они сейчас будут вылупляться вроде бы, нет? Да-да-да, и в каждой улитке. Пей-у. Ну, улитки слабенькие, ребят. Потому что у меня и база-то сама по себе слабенькая. Но, тем не менее, мы видим, как у нас работает. А, кстати, я же хотел, ребята... Блин, не успел. Хотел посмотреть, как у меня выглядит гробовщик. Ну, этот чувачок. Зомби с могильной плитой. Ну, не успел, видите, забомбили базу. Как обычно, ребята, первое место. Ну, это понятно, здесь все изи. А потом все будет довольно тяжело. Кстати, у нас уже 111, ребята, кристаллов. 111. Помните, да, вы меня просили накопить на какой-то сундук. Вот на этот, по-моему, да? Ну, ближайший, который я смогу открыть, это вот этот. Конечно, хотелось бы в идеале вот этот, 560 карточек. Их захватчик эксклюзив. Ну, то есть это карточки захватчиков. А здесь будут просто гарантированно редкие. То есть одна карточка редкого получишь. И гуляй, как говорится, Вася. Генерирует один камень каждый час. Это что у нас такое? Башня Джем. А, ну это подписка, ребята. Подписочка, то есть вы будете получать, ну, всякие плюшки. Нет, я не могу себе этого позволить. У меня и так, ребята, очень много в разных играх подписок. Поэтому, как бы, пока не вариант. Ну что, ежедневные испытания. Давайте мы с вами быстренько, наверное, тоже прошуршим. Это рыцарский бой у нас. Как вы видите, у нас будет воин-маг разыгрываться здесь. Опять же, повторю, ребята, кому это не нравится, можете промотать. А можете мне написать в комментариях, чтобы снимать это все, не снимать или... Или просто уже как перед фактом ставить, что вот такого героя я сегодня выиграл. Ну ведь интересно же, а вдруг я не выиграю? Вдруг меня сейчас вздрючат здесь по полной программе, я пойду вон там в подушку рыдать, хлюпая, шмыгая носом своим. Так, ну что, ребят, давайте еще ниндзю, наверное, возьмем для полной, как говорится, коллекции, да? Все это стандартная наша боевая, как говорится, контролька.
которой я практически прохожу абсолютно все задания. Абсолютно все задания, ребят. Ой, в плане ежедневок, конечно же. Так, ну что же, давайте я буду... У него база намного круче. Такая же, как у меня, но у него, блин, будет, по-моему, посолиднее по раз... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. А, нет, ребят, че я паникую-то? Здесь же не надо нам, чтобы урон по базе не нанесли или еще там что-нибудь. Здесь спокойненько играем, что-то я уже зашугался. Так, сейчас мы будем ждать следующего врага. А это у нас лучник выходит. Опачки, а вот это было подло. На, тогда тоже в ответочку. Расстреливаем. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вот это вот, вот это мне не нравится. А у него, блин, ну согласитесь, вот это отражение, это просто убер-способность. Убер-способность, ребят. Чтобы вот отражать урон обратно. Слушайте, а я вообще здесь могу пройти-то? Что-то я тут такой, знаете, довольный, самоуверенный. А сам, честно говоря, даже и не уверен, смогу ли я. Вот, смотрите, что происходит. Вы посмотрите, что... Да иди ты отсюда. Раздражаешь уже. Давай-давай-давай эту лучницу чикаем. И начинаем потихонечку бомбить базу. Ребята, давайте-давайте быстренько сгруппировались. И есть, есть, успели. Успели, ребята. А это означает, что 22 карточки воин-маг достается именно Рэй в руки. Ой, как хорошо. Блин, она мне нужна, ребята. Вы прекрасно знаете, как мое отношение к ней изменилось после того, как она в последних боях стала себя показывать. То есть это такой боец. Он, в принципе, да, ну, воин. Ну что, ну воин, да? Но в то же время он же еще маг. У него вот эти вот мечи наносят колоссальный урон. Причем независимо юнит наземный или летающий, она наносит и тем, и тем. И причем она как танкуля довольно хорошо держит. Поэтому я как бы считаю, что достойный персонажик. Даже, кстати, вот можно ее... А, нет, она, по-моему, у нас дороговато стоит, да? И я как бы не могу немножечко позволить себе поставить сюда. А было бы прикольно, если мы ее прокачаем с вами до 4 звезд. Она, наверное, будет у меня фаворитом во всех моих группах. Во всех моих группировках, блин. Так, слушай, Палыч, иди отсюда, а. Хорош уже тут буянит на самом-то деле. Ой, вот она вышла. Ребят, у нее еще, смотрите, возможность самой себе... Тихо! Ну вот, видите, вот так вот. Самой себе усиливать защиту. Я понимаю, что это защита ведь была, да? Тихо, тихо, не надо обижать мою ниндзю. Не надо, я сказал. Блин. Так, ускоряемся, ребята, ускоряемся. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. А что такое случилось? Почему мы... Ха-ха, молодец, молодец, ниндзя. Вы видели, что она сделала? Она избежала смертельной атаки от этого. Тихо ты. Ты посмотри, что делает, а. Ой, ребятушки, я вам скажу, что плохи мои дела, потому что у нас время поджимает, и я не чувствую, что мы здесь ведем, рулим, так сказать. Плюс она вставляет отражение, естественно. А как же без отражения? Плюс этот ханыга идет. Ну, все, короче. Ну, давай, 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 циркуляра, ну. Нет. Нет, ребята, никакой, блин. Бестолково все. Просто бестолково. И знаете почему? Потому что он использует свои фаерболы. Вот так вот. Наконец-то, наконец-то первый урон пошел. Ребят, первый урон пошел. Сейчас мы, надеюсь, как-нибудь... не могу прям. Он нервирует меня. Вот, нервирует она меня и все. Ой, ребята, минута осталась. Всего лишь-то минута. И посмотрите, у него какая связка идет. У него идет паладин вместе вот с магом-воином. То есть, блин, ну офигеть урон, ребят. Ну просто офигеть. Просто пробивают, а. Ты посмотри, нет, надо фаербол, ребят. Быстро, фаербол. Опс. Есть, есть еще. Нету нифига, уже нету. Уже нету никакой возможности, никакой попытки, ребята. Все, нас, короче, здесь раскромсали. И самое главное, что я не могу даже определить, почему. Что сделано было не так, в отличие вот от предыдущей, например, битвы. Все было то же самое, один в один, ничего не изменилось. Но понял, все, я теперь понял, ребята, что изменилось. Изменилось то, что этот воин... Маг, он стал чаще применять свою спецвозможность в плане отражения урона. За счет этой специальной атаки он, грубо говоря, нас разобрал. Вот так вот, а вы говорите, блин, все как по маслу. Хренушки-то все как по маслу. Вот
Вот вам, вот наглядный вам пример, ребят. Не взять, не отнять, как говорится. Блин, уроды, а. Ой, обидно мне. Слушайте, я, наверное, сейчас возьму себе в пачку. Блин, это минус одна попытка, ребята. Минус одна попытка. Я к себе в пачку сейчас попробую, наверное, взять этого воина. Ой, так, как же... А, погоди, погоди, нет, все нормально. Идем на ежедневное испытание, битва. Собираем свой отряд. Это у меня фаербол. Причем, если бы у него не было бы башни со способностью фаербол, поверьте, мы бы затащили. Я здесь отказываюсь от самурая, отказываюсь, ребята. Я беру себе здесь циркуляру, я беру себе франки и я беру себе именно вот этого воина. А, я еще могу кого-то взять? Ну, конечно же, ниндзя это будет у меня, ребята. Подожди, где у меня ниндзя-то? Вот. Все. Все, вот сейчас будем смотреть, ребята. Не может быть, чтобы мы проиграли. Не может этого быть. Хотя, воин, он, конечно, он у меня дороговатый. Я ничего не могу сказать. 225 маны стоит. Слушайте, 225 маны стоит. Как он, интересно, умудрялся выпускать их практически моментально. Вам это не кажется странным? Так, давай посмотрим, кто сильнее, паладин или мой маг-воин. Ну, понятно, тут, конечно, он прикрывает, а мы вот так вот сделаем. Жик, есть. Пробили, ребята, пробили. Очень хорошо пробиваем. Давай, давай, используй свой фаербол. Ну, что ты не делаешь-то? Я тебе в ответочку. Вот это уже другой, ребята, разговор. Совсем другой разговор, поверьте мне. Блин, да чтоб тебя. Ну, давай, давай, быстрее, быстрее. Слушайте, она по скорости движения довольно неплоха. Ой, насмешил меня воришка. Да, ребята, все-таки сразу чувствуется, вот знаете, как сказать вам, вот сила, вот мощь. Вот как только я ее поменял вместо самурая, сразу вот чувствуется прибавка в силе. Ну и, соответственно, мы здесь выиграли и практически никакого шанса не дали. 12 карточек, ладно, ребята. 7 карточек мы, конечно, с вами больше не получим, которые могли бы получить. Но, тем не менее, вообще, сколько у нас еще нужно, да? Давайте глянем в армию. Сколько нам нужно для того, чтобы... О, еще немало. Вот, смотрите, у нас 148, ну, скажем, 150, да? 150. Нам нужно еще столько же, плюс 50. То есть 200 карточек. 200 карточек, даже если по 20 карточек за бой, это 10 боев. Да, 10 боев, ребята. 10 боев, и она у нас апается на 4 звезды. И мы в куражах. Ну все, ребят, хватит об этом. Сейчас у нас с вами наступает ответственный момент, когда мы будем лицом к лицу встречаться с таким соперником. Вы его прекрасно помните. И я его прекрасно помню. Ага, это у нас еще к тому же последний. Вот он. Здесь у нас Джаггер, здесь у нас циркуляра, здесь у нас со щитом. И для этой, как говорится, компании я возьму, пожалуй, вот этих вот ребят. Хотя, если честно, здесь бы очень пригодилось бы вот маг-воин. Маг-воин. Слушайте, а если я поменяю, например, на оборотня? Как вариант же, прокатит ведь? А стоит... А? Или нет, ребят, я вот не знаю, стоит того или нет. Хорошо, ладно. Давайте попробуем вот этой почулей сходить. А потом, если что, поменяем просто персонажей. Поехали. Так, здесь меня больше всего раздражает этот Джаггер. Джаггернаут. Зато нет хилбота здесь, вот это не стоит забывать. Ого, вышел, вышел уже. Давай, голем, выходи. Так, сейчас мы, ребят, с вами будем... А что нам делать-то? Давай-ка вызовем, наверное, ниндзю, как бы в помощь. И циркуляру тоже придется вызывать нам, а как иначе-то? Так, хорошо, здесь пошло, ребята, дело. Здесь дело пошло. Фаербол, ребята, у меня откатился, если что, будем иметь в виду. Так, что за фигня-то получается? Не могу понять, что мы не можем... Так, ладно, хорошо. Вот Джаггер вышел, ребята. Джаггер вышел, надо его сносить обязательно. Так, вот он встает в свою дурацкую позу. Есть, есть, давай, давай, ребята, давай, пробиваем, пробиваем. Нам нужно 3 звезды, помните, прекрасно. Для чего, в принципе, мы эту всю заваруху и делаем. Есть. Слушайте, ну что-то как-то он поддался, что ли, мне, я не знаю.
Легко и просто. Блин, ну вот это вот, я не знаю, ребят, задание просто не... Вот здесь в чем вся соль. В хилботах, вы помните, да, эти хилботы, когда их целая куча, они просто хилят. А вот здесь, наверное, все-таки придется уже... Блин, придется или не придется, я не знаю, ребят. Оборотня меняем, не меняем. Ладно, давайте попробуем вначале так. Ну, дедушку, конечно, они тогда раскромсали в хлам просто-напросто. Ладно, пробуем, ребят. Вначале попытаемся, как говорится, не получится, придется что-то другое уже думать. Как-то... Тут, как говорится, кто первый вызвал, тот и выиграл. Ну, я имею в виду про босса. Так, у нас 300 уже маны есть. 400, еще буквально один разик и 500. Нам остается только лишь, ребят, накопить. Не надо, не надо, не надо подходить ко мне вообще близко сюда даже, чтобы духу твоего, блин, здесь не было. Так, теперь вызываем кого, ребята? Оборотня вызываем. И вот так вот делаем, наверное. Оп, да, именно так. Ой, Джаггер. А Джаггер под хилом, так это вообще жесть. Все, я вызвал деда, ребят. Я вызвал деда, теперь я... Хотел сказать, спокоен. Ну, не спокоен, но тем не менее, ребят. Дед, как-никак, это же все-таки рулит у нас. Так. Отлично, пока идем неплохо. Давай я еще, ребята, оборотня вызову. Смотрите-ка, он не вызывает почему-то, странно. Вот, вышел. Заморозку сделаем. Черт подери, ну давай. Так, есть, ребятушки. Докромсали мы этого ботоголового. Теперь пошла разборочка базы. Блин, этот Джаггер, он нервирует меня. Стоит там прям вот в куче этой. Давай, ребятули. Ой-ой-ой, как циркуляра там погиб. И от него отлетела пила. Так, но все равно, ребята, есть шанс. Есть. Я фаерболом добиваю, наверное. Бамс, отлично. Красиво, красиво, ребята, мы с вами вырулили в этой ситуации. Вообще замечательно. Красиво, просто вот мне самому понравилось. Вот в прошлый раз, как мы играли, да, ну там, в принципе, мне играть-то неким было, потому что я на последнем издыхании был. А здесь, ну, прям вот ничего не могу сказать. Изумительно сыграли мы с вами. Так, 9 хиллботов, 9 просто летающих ботов у нас. Замечательно. И мы с вами получаем здесь сливки. 12 карточек черного рыцаря, 12 карточек пришельца и 12 карточек оборотня. И, соответственно, прыгаем в следующее измерение. Я даже не знаю, ребят. Я боюсь просто сейчас кликать и увидеть, какой там у нас уровень будет у врагов. Просто боюсь, ребят. 53-й, 54-й. То есть мы сейчас начинаем вот на равных. Это вот первый уровень, начинаем на равных, ребят. Я не знаю. Ладно, эту пачку мы с вами оставим, так как она у меня просто рулит здесь. Она убер-пачка. Вот начнем, пожалуй, наверное, или с этих, или... Слушайте, давайте вот, наверное, с этих начнем мы с вами. Да. Тут всего лишь-то паладин и крестьянин. Я думаю, мы должны успевать здесь с вами отстраиваться. Тем более у меня здесь есть мечник черный. Конечно же, он будет прикрывать у нас тылы. Так, теперь нам нужно... Слушай, что-то вас тут слишком... Ну, правильно, ребята, они спамят. Спамят. Просто-напросто спам свой делают. И, соответственно, вот. Вот вышел главный злодей. Это паладин. Это паладин, блин. Черт бы его побрал. Но запомните, ребят, паладин у него все-таки сильнее, чем мой. У него 4 звезды. А у меня пока 3. Но, тем не менее, мы уже возле базы, ребят. Это хороший знак, потому что, возможно, мы даже сможем здесь его победить. Причем довольно легко и безнапряжно. Хорошо, что вот банши кричат, а они издалека. Грубо говоря, это действие как вот дальнобойных юнитов. У нее такой эффект. Вот. И причем, когда она кричит, она поражает не одного юнита. Она, по-моему, поражает их всех, кто стоит вот в зоне ее крика. Тех она, по-моему, поражает. Могу, конечно, ошибаться. Так, ну, все-таки я был прав, ребята. Здесь мы хорошенько так с вами раскурочили их. И двигаемся, соответственно, дальше. Здесь уже добавляется копейщица. Это уже немножко сложновато, потому что она идет к ряду, как бы сказать вам, спам. Она очень быстро тоже открывается. Причем у нее 4 звезды. И она атакует своим копьем все цели, которые попадают. То есть так же действует, как моя банша.
Да. Так будет проще вам сказано и понятно. Ладно, хорошо. Давайте, ребят, попробуем как-нибудь здесь выстоять. Сейчас будет спамить, да? Что-то я не вижу спама никакого. Обычно у него крестьяне выходят первыми. Оу! Вот он как решил. А почему, интересно, так? Вот о чем я вам говорил, ребята. Вот она, вот, вот дальняя атака. Так, слушай, иди отсюда. Так, ну у меня, ребята, подходит... Так, карточку возьмем. Суперудар, я его, естественно, буду использовать. Только дурак не будет использовать свой суперудар, согласитесь. О, как хорошо, бородавочек, ты молодец. Ты вот прям вот удачно пошел, пошел. Вот так вот атаковал их сейчас. Да, они аж бедные, все, потерялись. Все, 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 уже шансов у них никаких нету. Потому что, ребята, я себе ману копил в то время, когда он тут своих юнитов плодил. Поэтому у меня преимущество по мане. Ой. Нет, 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 но мы должны разобрать, да ну нафиг. Проигрывать здесь не позволю. Тринц, тринц. Кстати, вы заметили, что у меня база может стрелять как обычными белыми лазерами, так и красными. В чем, интересно, подвох? Может быть, красные бомбят сильнее? Черт его знает. Ой, елки-палки, а вот это уже плохо, ребят. Здесь уже добавляется грифон. Это означает что? Что нам надо переходить вот на эту пачку. Хотя мне не нравится, как у меня здесь ведут себя лучники. То есть, получается, если грифон, когда подбивается, он летит, планирует, так скажем, наших вот юнитов. Соответственно, лучники падают сразу. В случае с ниндзей, она может избежать, хоть и маленький процент, как бы, избегания смерти, но он все-таки есть. У лучников вообще нету. Это просто мясо. Вот для грифона это мясо. Мне по-другому не назвать просто-напросто. Причем не забывать, что мы проигрываем по уровню, по-моему, да? Я что-то не посмотрел, кстати, уровень. А, нет, ребята, стойте. Че я раньше времени-то запаниковал? Ну, у нас же есть маг-воин. Елки-палки, она контролирует, конечно, врагов, но она же не стреляет вдаль, да, ребят? Что-то я как-то немножечко... Ладно, посмотрим, как у нас сейчас все это дело произойдет. Я вот ее вызываю. Я знаю, что перед паладином она, по-моему, все-таки имеет преимущество, причем довольно неплохое. Так. К тому же, если вот я сейчас вызываю лучника, то, в принципе, да, в принципе, все будет замечательно. Вот, у нее есть отражение урона. То, что нам нужно, ребята. Вот против грифона, конечно, это, видите, надо ей подходить близко к грифону, чтобы можно было его атаковать. Все, тут, ребятушки, наша, как говорится, битва выиграна. Отличненько, все, мы с вами проходим дальше. Все-таки маг-воин, точнее, воин, ну да, маг-воин, он все-таки хорош в этом плане. Так, а здесь добавляется, вместо грифона, ребята, здесь добавляется лучница. Кстати, у нас один в один практически уровни идут, да? Ну, 53-53. Это мне такую небольшую скидку не сделали. Ладно, едем дальше. Погнали. Так, пока начинаем копить, естественно, ману, энергию. Так, что-то как-то тихо у него, я смотрю. Очень тихо, мне это не нравится. Ага, вызвал Палыча. Я вызываю, ребята, маг-воина. И также надо будет прикрывать обязательно лучниками. Обязательно. Ой, с удара просто снесла. Ой, как она все-таки хорошо бомбит, ребята. Она очень хорошо бомбит. Так, хорош там уже. Выделываются. Я еще одну вызову. Классно, бомбит она просто изумительно. Вы сами это прекрасно видите, но... Да, конечно, она не бессмертно погибает, но урон она наносит колоссальный. Я не устану это повторять, ребят. Еще, когда мы ее прокачаем до 4 звезд, ой, как враги затрепещат у нас просто вообще. Я, наверное, буду там рулить 58-е, 57-е уровни, просто разрывать в хлам. Так, ну что, давайте базенку уже разносить, как говорится. Нечего тут смотреть на нее, да? Слушайте, я представляю, если я вот этого вот мага-воина возьму в свою пачку, где у меня циркуляра, где у меня голем, где у меня ниндзя, там вообще просто убер-пачка будет. Ну что, ребят, последний у нас тут уровень, грифоны. Я думаю, наверное, мы ничего не будем менять, наверное. Да, пожалуй, мы так и пойдем, посмотрим. Мы должны разрулить, я уверен, что богиня света здесь сделает свое бравое дело, если, конечно, мы ее успеем вызвать.
Но меня немножко смущает здесь Грифон. И вы не забывайте, что этот Бишоп, он, как сказать, он хилит. Хилит своих юнитов и дает им еще защиту дополнительную. Это не стоит забывать. Так, он мне не дает, да? Он специально, ребята, вот этот фарм сбросил для того, чтобы... Ну, я-то накопил, я успел. Так, теперь нам нужно что, ребят, сделать с вами? Теперь нужно все это дело продержать. Давай-ка вот так вот мы... Оп! Хорошо. И выходит у меня богиня света, ребят. Я замораживаю. Заморозил. Так, вот это плохо, вот это плохо. Лучник не справится. Не справится у меня лучник или справится? Нет, не справится. Так, все. Вот, вот, ребята. Тут уже, смотрите, он вызывает Бишопа. Он вызывает... Он знает прекрасно, что тут будет финиш полный. Ладно. Так, где моя богиня? Не богиня, а этот... Воин-маг. Вон он, воин-маг на подходе, ребята. Так. Давайте мне... Надо грифонов уничтожить. В первую очередь грифонов. Вот, о чем я говорю. Видели, да? Пикирует, зараза. Так. Ну что, Бишоп, я думаю, что тебе хана. Ты против моего воина-мага тут бесполезен. Тряпка просто-напросто. Вот и все. Ну, а мы, как видите, идем. Идем вольготно на его базу. Фу. Никакого сопротивления, абсолютно никакого сопротивления, ребят. Все четко и красиво получилось. Естественно, мы здесь в чистую выигрываем. Так, и сундук подданных с вами получаем. Заслуженно. Так, 9 мечников, 9 фехтовальщиков и 8000 голды. Переходим с вами на карту нежити. Смотрим, кто нас встречает. Нас встречает зомби, нас встречает некро. И все это 53-54 уровня. Естественно, ребята, я, наверное, возьму вот эту вот пачку. Слушайте, а стоит ли? Некро может нам мозги покомпать. Стоит, я думаю, стоит. Это должна справиться, ребята, потому что у меня черный мечник, который будет сдерживать спам, если что. И банши, да. Все, должны, ребята, вырулить здесь. Так, мне бы главное сейчас... Давайте начнем, наверное, с Палыча. Ну, паладин, давай, елки-палки. Вот, ага, вот он и вызывает некро, ребят. Поэтому нам нужно прикрывать это все дело банши. Почему именно банши? Потому что она будет криком уничтожать вот всех вот этих вот всех колобков, так назовем их. Я не знаю, как по-другому еще назвать. И все, в принципе, ребята. Расстрел. Бум. Нормуль. Все, тут отлично у нас получается, ребят. Мы должны с вами вырулить здесь. Две банши сейчас будут просто кричать, эти жуки прыгучие, ничего абсолютно нам сделать не смогут. И, как видите, мы уже разбираем базу. В принципе, на это и было рассчитано. Да-да-да, все, все, ребят, разбираем базу. И... А мечник черный, почему он хороший? Во-первых, он дешевый, во-вторых, у него есть... Не всегда, конечно, срабатывает, но периодически оглушение, что дает дополнительные секунды на то, чтобы мы могли кого-то вызвать себе еще в помощь. Ой, я вот здесь... А вот, вот как только для этой пачки появляется летающий юнит, все, она сразу же становится бесполезной. Почему? Потому что у меня нечем, ребята, контрить летунов. Понимаете? Нечем. Абсолютно. И мне для этого приходится вот мельтешить либо эту пачку, где у меня ниндзя, либо эту, где у меня лучница. Ну, естественно, я возьму вот эту, потому что та пачуля у нас пригодится, может быть, даже еще для драки с боссом. Так, ну что ж, давайте будем немножко копить манны, как говорится, для первого рывка. И, наверное, будем вызывать с вами... Ах, вот он как сделал. Ладно, хорошо, хорошо. Так, подожди, вот это мне уже не нравится. Это мне уже... А, отражение, отражение, ребята, урона было. Это просто великолепно. Практически они сами себя убили. Ой, дурики. Тыч, просто с удара, ребята, валит, конечно, она. Эти стрелы... Ой, и некро ей тут нипочем. Все, ребят, приплыли. Нет. Это рыцарь просто какой-то убер. Он просто убер, ребят, я не знаю. Ой, едем дальше. Едем дальше, и у нас здесь... Ну, здесь добавляется, как мы видим, зомби-камикадзе, который может нам покомпенсировать мозги в плане того, что когда мы будем стоять в кучу, а мы практически всегда стоим всей кучей на каком-то юнити, и вот этот охламон идет, он делает большой бум, который уничтожает практически большую половину
Ну вот, вот здесь вот, например, нужно, ребята, спамить. У меня спам в данный момент здесь только самурай. По-другому не могу назвать. Так, поехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, подожди-ка, Некро, ты куда? Я так не договаривался, ребята. Некро мне здесь не нужна. Так, давай вот так сделаем, блин. А то будет хуже. Лучше мы потратим суперудар, чем будем тут потом разбираться с волокитой с этой. Ну, естественно, зомби выходит, как обычно. Видите, он сносит, да. Мой, как говорится, маг-воин здесь слабоват. Вот именно против массовых вот этих вот ударов. Так, тихо, заморозим. Кого заморозил, ума не приложу. Плюс вот этот зомби, когда взрывается, он оставляет после себя кислотную лужу, опять же, периодически, которая травит наших юнитов. Ну, как видите, мы здесь одержали победу. Ух, ребята, что у нас получается? У нас получается с вами вот, вот этой пачкой. Ну, эта пачка порвет, наверное, любого, я думаю. Ну уж вот... Здесь и привидение. Точно, ребята, я же вспомнил. Привидение нам... Сейчас будет мозги компенсировать. Хорошо, я все равно рискую, ребята. Будем смотреть. У меня здесь юниты легкие, как сказать, легкие и дешевые. Но вот это вот привидение, оно сейчас будет их просто вымораживать. Особенно это плохо сказываться будет на циркулярке. Оу-о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 у. Смотри, что получается, блин. Ой-ой-ой-ой-ой, много-много урона, ребят, наносит, много. Черт бы побрал, ребят, вот это вот. Что-то как-то мне вообще не нравится. Мышь, иди отсюда, а. Неужели я ее буду только... Не-а, ребят, тут не вариант. Это привидение, смотрите, сносит сколько здоровья. Да, и один плевок потом этой мыши поганой, и все. А-а. Не катит. Вот здесь вот как раз, блин, и не катит моя, блин, пачка. Потому что вот это вот чертово привидение. Все карты нам, ребята, извините меня. Оно, он пролетает и... Не знаю. Погибает кислота. В общем, тут как-то все сделано против нас. Вот именно против этой пачки. Да, ребят, против пачки этой все сделано именно таким образом. Так, ладно. Причем мне невыгодно, ребята, вызывать свою. Да она вообще ватная против вот мыши этой. Почему так? Ну, все, урон нанесли базе. Да, ребят, профукали тут даже. Давайте ускоримся, значит. На ускоренном сыграем. Чё-то я, честно говоря, даже не ожидал, что так получится все. Так. Никак не получается вырубить, ребят. Привидение, чертово, просто... О, мы разбомбили базу, но... Все равно это не то, ребят. Я недоволен результатом, короче. Одним словом, скажем так. Так, это вот эта вот пачка была. А что же нас здесь поджидает? Ёпарасоте, здесь поджидает то же самое привидение. Плюс камикадзе, плюс... это что получается? Это получается, ребят, что нам нужна пачка с крепкими довольно юнитами. Типа вот этой. Да. А другого варианта нету, ребят. Потом, как говорится, кто успеет быстрее вызвать. Жнец. У него жнец намного крепче моего, потому что у него 4 звезды, у меня всего лишь 2. То есть, соответственно, он как сиганет, мало не покажется. Наделать себе армию, и все. Почему против вот этого привидения ничего абсолютно нету? Оно летает себе безнаказанно, и я ничего не могу сделать с ним. Короче, ладно. Ой, здесь нет энергии. Ёпарсоте. Здесь не вариант. Да неужели мне эту пачку перезабрать? Ну ладно, давайте, ребята, попробуем. Ну, шансов, конечно, здесь у нас будет очень мало. Очень-очень мало, ребят. Погоди-ка, я забыл, там летучей мыши нету? Или есть? Нет, там нет летучей мыши. Тут есть вот это вот трихомудия, елки-палки. Да-да-да. Так, ладно, вызываем, ребята. Взрывайся там, давай, отлично. И все, ребят, я буду сейчас копить на жнеца.
Жнец мне зачем нужен, ребята? Для того, чтобы я смог... Ну-ка. Оно замораживается. Ну, хотя бы так. Так, давай. Ну-ка, уничтожаем. Так, хорошо, предположим, ребята. А он сейчас своего жнеца... Нет? Будет вызывать, нет? Блин, сейчас взорвется. Ой-ой-ой-ой-ой, да. Не-а. Не катит, ребята. Совсем не... Он сейчас своего жнеца вызовет. Вот увидите. Ему даже, наверное, и не понадобится. Бум! Вот сейчас он тут начнет. Почему моя башня не выстрелила? Один разок только выстрелила, и все. Ой, сейчас наплодит армию зомбарей своих. Черт бы ее побрал. За каждого трупа, ребята, получается зомби. Точнее, за каждого убитого получает он себе зомби. Знаете, почему проиграл? Потому что жнец здесь вата. Мой жнец, я имею в виду, вата. А почему он вата? Потому что... Ну, вы сами видели, он бомбил базу, никакого урона вообще не носил. Две звезды, ну что вы хотите, ребят? Да, по времени, ребята, проиграем. Да, скорее всего, и так проиграем, не только по времени, ребят. Как тут, я не знаю. Он быстрее сейчас, наверное, еще одного своего этого жнеца вызовет. Вот быстрее так получится. Хотя я тоже, конечно, могу вызвать, успеть попробовать. Вот я его вызвал. Сейчас вот здесь вот попробуем вот так вот сделать. Типа мы с вами делаем армию этих своих зомбарей. Что-то база бомбит. Там она лично один удар сделала и все, и замолчала. Тут бомбит без остановки. Ну, взрывайся, зомби. Есть. Так, бежит. Бум, накрыл. Ну и что, интересно, сможем мы вообще пробить базу или нет? Хотелось бы мне узнать. Да должны пробить базу. Но опять же, ребят, результат какой-то фуфловый. Если бы не вот это вот... Если бы не этот Каспер, дружелюбное, блин, привидение, которое летает и мозги компостирует, все было бы вообще чики-чики. Но здесь никак, ребят. Никак, просто-напросто. Переиграть. А кого поставить? Кого вот против вот этих вот поставить? Я не знаю. Мы с вами пробовали вот эту пачку, да, против них. Она не зашла, потому что... А вот эта, скорее всего, зашла бы, потому что... Ага. Да потому что здесь у меня маг-воин. Ну да. Ну ладно, ребятушки, давайте тогда мы, наверное, с вами на этом завершим свою серию. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно мы увидимся в следующей и продолжим играть в эту замечательную игру. Так что всем пока и удачи!